Мы с Катяричем стали самыми опасными предателями на этом корабле. И будем пускать всех на шаверму. Катярич, ты голодный? Да, явно завижу пару вкусных ног. Пару вкусных сосисочек, которые тут бегают. А если вы не хотите стать вкусными сосисочками, то обязательно за 3 секунды ставьте лайки и подписывайтесь на канал. 1, 2, 3. Ну-ка. Отличненько. Нам надо как-то всех заманить по разным углам, и пока никого нету. Тин-тин-тин. Кирдык и все. Тин. Оп. Тин-тин. Я быстренько. А где вентиляция? А вот она. Тебя спалили, что ли? Нет, я спрятался, наверх убежал. Так, о, так вы двоих вальнули. Фиолетовый, говорит. Где нашли? Светло-зеленый видел. Возле трупа стоял. А, светло-зеленый, это Кирюха, по-моему, это не я. Кент? А, нет, это вообще другой чувак. Это другой. Это не белый, говорит. Вот это, конечно, задачка. Ну, кого? Кикаем. Или скип. У меня есть скан, говорит, зеленого кикать надо. У него скан есть. Го фиолетового, а чё нет? А почему бы и нет, Дашку? Главное, чтобы не нас. Тут каждый сам за себя. Мне главный прикол, кого кикаем. А давайте фиолетового. Ну, окей. Просто от балды. Полетела душа. Бывает, бывает. Неплохо. Значит, мне типа надо еще будет выполнять задание. И я побегу наверх. Что-то, Катярыч, там у тебя все тусуется, аккуратно. А, я саботажик заюзал, нормально, сейчас тянем всех туда. А, понял тебя. Тин-тин-тирин, тин-тин-тирин, тин-тин-тин-тирин. К нам Дзяныч пробежал. Вот тебя бы сюда. Пока все... Тебя бы сюда, тут как раз два челика чисто кокнуть и винту свалить. Это прям топ-вариант. Оп, я пока кнопзи кокнул. А, меня сейчас черный запалит. О-о-о. Но тут надо все отмазываться. Все, сливаем черного. Верю, го черный. Вы можете без проблем кикнуть меня, говорит лоу. Но это лайк. Нет, 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 это не лайк. Все отлично, сейчас минус один, я надеюсь. Катярыч, я надеюсь, ты против меня? Ой, точнее, не против меня. Я за него проголосовал. Это мой голос был решающий, кстати. Если бы я не проголосовал, то никого бы не кикнули. Это было бы, кстати, на самом деле даже прикольно. Так. Блин, опасненько. Не-не-не-не-не-не. Опа. Опа. Подальше от кнопки, пусть бегут. Опа, говорит. В принципе, этих двоих можно принять. Зачем нам убегать? Ну да. Давай Все, перезарядка завершилась. Давай принимаем. Опа. А, это последний даже должен был. Лол. Это просто на изи мы были самыми сверхсекретными предателями. Которые пустили всех на шаверму. Я так и знал, говорит, что вот. Ночь печень никто не вечен. Второй раунд. О, Катярыч, я стал членом экипажа, а ты предатель, небось? Нет. Нет? Нет, я не предатель. Ё-моё, ладненько, нам надо на самом деле попытаться тогда отсюда сбежать. Потому что в этот раз нас могут пустить на шаурму. Это да, это да. Это будет опасно. Только мне кажется, что Катярыч всё-таки... Чё такое? Отличненько. Меня просто в самом начале... Тебя на шашлык пустили уже, смотрю, но... Просто сразу, да, я убила, даже не знаю, как это возможно. Убила на глазах. В смысле, кто убила на глазах? А, фиолетовая. Фиолетовая убила на глазах. Фиолетовая, пацаны, отвечаю, коричневый видел, как я сканился. Пришло... Ну это было очень дерзко. Пришло время нашей кекс все-таки ливать, а то она вечно просто так ливает на этот раз. Все-таки по делу. А ты знаешь, в чем прикол? Она реально просто дерзко, несмотря, что там куча народу забежала и просто меня...
Кердык. Ну она тебя все. Просто за все предыдущие раунды отомстила. Месть. Лол. Вот это чебурек, конечно, я тебе скажу, Катярыч. Это да, это да. Слушай, ну расскажи, ты предатель на самом деле? Я-то? Да нет. Сейчас-то уже все, уже можно. Нет, я... Я не предатель, я убийца просто. Я случайно в винту залез! Тебя спалили, что ли? Нет. Тинь-тиририн-тинь. Селф-репорт, говорит. Там пишут веселый кот. Даша Кексик пишет веселый кот, она не знает, что живые не видят ее надписи. Походу меня сейчас кикнут, потому что оранжевый стопудово пишет, что это селф-репорт, а синий говорит тоже, что это сам-репорт. Игроман, лакичка. Каждый раунд мардер. Ну я же говорю, у меня уже никакого доверия нету, короче, Габелла, меня сразу кикают, потому что, ну это рили, столько раз импостером подряд быть, он, видишь, всё, полетел. Вот это палево, конечно. Палево это когда 4 катки подряд ты импостер, это, конечно, да, ты за всё, тут никакого доверия нет. Жесть, Катярыч, вот это жесть. То есть сначала мы всех на шаурму упустили, потом всех предателей. Ой, дичь, конечно. Кто же стал предатель здесь у нас? Ты? Тебя надо, Катярыч, кирдык, потому что ты много знаешь. На самом деле, слушай, я здесь один предатель, и что-то мне кажется... Это будет Габелла одному справляться. Опачки. Оп. Так, типа я делаю задание. Так. Бэк Мухан свой, зеленый тоже свой. Опа. Опа. Чё? Убегаем. Кого-то зарубили? Слушай, а тут получается еще второй предатель есть. Мне почему-то показалось, что я один. Да? Потому что я залез в вентиляцию, и через меня вылез чувак. Серьезно? Да. Вылез чувак. Так. Кого видели? Я тоже зарепортил. Черный говорит, синий, зеленый и Кнобзи отлетают, они норм. Кого видели? Это черный. Ну, раз уж начали сливать черного, давайте до конца. Я все время стоял на скане. Такое дело, говорит, игроман стоял, когда все сканились, лол. Блин, только меня не сливайте. Серьезно? А какого лешего? Почему? Четверо. Что за палево? Подожди, через меня на самом деле чувак вылез через вентиляцию. Это по-любому там было два предателя. Почему я один? Читы, наверное. Это как-то было странно, коты. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился видосик. Вот такой вот прикольный. Сначала мы с игроманом были крутыми предателями, но потом все пошло не по плану, и из нас просто сделали пельмешки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и всем пока. Это фейк-импостер, который чит же, знаешь? Вот это он. Фейк-импостер? Да, фейк-импостер. Есть такой чит, поэтому через тебя черик вылез. Импостер вонючка, да. Короче, там вылез. В общем, покедова, покедова. Покедова, да, удачки там, все дела, в общем.